было проведено предварительное слушание по настоящему уголовному делу. Вот, в нем рассматривались ходатайства стороны защиты о возвращении дела прокурору по соответствии с статьей 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Вот, в удовлетворении данных ходатайств было отказано и было назначено уже рассмотрение дела по существу на 19 по 23 марта 2018 года.